Как установить драйвер на принтер из списка установленных? Откройте меню «Пуск». «Устройства и принтеры». Кликните правой кнопкой мыши по свободной области. «Добавить принтер». «Добавить локальный принтер». Выберите порт USB. Нажмите «Далее». Найдите нужный драйвер из списка уже установленных. Выберите рекомендуемые параметры. Далее введите имя принтера или оставьте стандартное. Установка займет несколько секунд. Вы можете открыть доступ на устройство или запретить на ваше усмотрение. Далее нажмите кнопку «Готово». Ваше устройство успешно добавлено в список. Хорошей вам печати!